Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с вами снова я, Демастер, а также со мной еще Миша ТРСР. Да, ребята, всем привет. И Евгений Винил. Всем шалом, ребята, с вами Винил. Как-то мы так сегодня официально, да, типа имена, ники, все дела. И галстучки поправили такие сразу. А только у нас бомжи в машине сидят все. Не, ну почему, я волосатый, у меня вон волосатая грудь, я ее поправил. А, ты волосатую грудь потратил? Ну я так и подумал, да. Потратил. Потратил свою грудь. Короче, ребят, сегодня у нас будет такое короткое видео, да, до этого видео были всякими челленджами и так далее, но в этот раз все-таки мы как бы говорили в прошлых видео, что мы хотим замутить небольшую сходочку, да, в нашем баре, которую мы успешно просрали, вернее, просрал. Лево руля. Да, сейчас Миша налево сворачивай, как только сможешь, вон там, вот видишь? Так, здесь полоса. Да, все равно, мы же в сампе. Вот. Мы вне закона. Да. Ну ладно, тогда и направо. Право руля. Вот, смотрите, короче, ребят, мы открыли бар, мы его просрали, мы его обратно уже выкупили, кстати, да, то есть все, в принципе, хорошо. Его никто не успел купить. Да, я, кстати, там недавно на выходных буквально с чуваками отдыхал, и вроде бы он был оплачен до 20 числа, а потом мы такие заходим, и, короче, бар почему-то уже не наш. Миша? Бросить якорь. Да, просто, Миша красавчик, мне кажется, Миша взорвался, не? Не, Миша, вон он за углом, смотри, спрятался. А, спрятался. Вот, Винил, запиши, что мы больше Мишу за руль не пускаем. Так нет, это была фишка. Да, о, давайте теперь вот этот руфер челлендж, пацаны, руфер челлендж. Да, давайте. Демастер, давайте перепрыгиваем вот здесь. Дэм. Оп. Черт. Дэм, понимаешь, Миша просто меня решил покосплеить. Это ж я такой водитель отбора. Да, короче, ребята, такая тема. В общем, мы обратно выкупили свой бар, и мы хотим собраться буквально уже завтра, то есть 17 числа. Ну, для... когда там? Да, для нас это послезавтра, мы же за день записываем, и мы же выложим завтра ролик, да? Вот, и поэтому для людей будет это как бы завтра, а для нас это будет послезавтра уже, ну, во время записи. Так вот, ребята, получается, это будет 17 число, чтобы не путаться, я лучше число скажу, да? В 16:00 по Москве, по московскому времени, если вы не из Москвы. Боже мой, я куда-то через текстурку провалился. Ребята, what the fuck? Я отсюда не смогу выбраться? А, не, можно выбраться, отлично. Так вот. Так вот, так что, ребята. Я тоже. Ты тоже упал, да, туда, Миш? Короче, мы его ждем в нашем кафе-баре. Да, вот, ребята, смотрите. У нас на карте. На карте он находится вот здесь. Сейчас я карту открою, покажу, что все. Вот, я тоже показал. Это деревня справа от моста ЛСЛВ. А как он там называется? Стоун или как она там называется? Это Паламино Крик. А, Паламино Крик, точно. Почему Стоун его хотел назвать? Потому камень. Что здесь камни везде. Потому что с нами камень просто. Ой, чувак, не напоминай, ну серьезно, да? Чё вспомнил, да? Чё вспомнил. Так, я хочу себе тоже купить быстренько это, закуску какую-нибудь. Шауху. Раз мы руферы, то это, раз мы в ролике по топу называем, надо узнать это, неудачный руфинг тогда уж, да? Да. Сейчас. Руфер ну, упал в стекло, в окно. Не, ну как бы это было вполне удачно. Не, сейчас заходят ролики типа с названием неудачный руфер, там, челлендж. А, ну, вот, ну короче, ребята, мы его ждем здесь. Если, еще такая тема, мы же, помните, хотели еще клуб купить, да, на Мишу его оформить, бар-то на меня как бы оформлен, да? Так вот, если нас завтра будет слишком много, и мы здесь все прям вообще жестко будет потно, и мы здесь не поместимся, ну, в 16:00, вы, кстати, запомнили, 17 числа в 16:00 мы здесь собираемся. Мы прям вообще жесткую тусу здесь устроим. Просто в прошлый раз у нас не было места, и поэтому все буквально через там полчаса уже рассосались. Помнишь, когда мы на велосипедах, Миша, спускались, да? Да, и также возможно, ребят, запишем много серий вместе с вами, и вы попадете в серию. Да, еще. Да, еще можете скачать, возможно, TeamSpeak. Возможно, мы после того, как запишем уже серию с подписчиками, возьмем парочку из них, еще запишем какие-нибудь приколюхи, там заставим драться, там, может, за деньги там и так далее. Вот. Ну, придумаем что-нибудь прикольное, там, типа, алло, знаете. А вы или где, вы нам подскажете что-нибудь, какую-нибудь идею потом. Да, 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 да. Может быть, поговорим с вами, пообщаемся взять с подписчиками, да. Вот, будет, думаю, достаточно весело. Так что мы вас ждем. Но, в принципе, что мы сегодня будем еще мутить на серии-то, ребят? Алло, бомжи, вы где? У нас сегодня руф челлендж, или как... Руф челлендж в этом городе. Вот, я вообще, на самом деле, не хотел делать эту серию прям какой-то большой, потому что, ну, типа, она больше информативная, потому что вся веселуха будет уже завтра, как бы, ну, для вас завтра, для нас послезавтра. Для нас, да. Так что, даже если вас нет, ребят, заходите, если вы с нами не играли, то даже на первом левеле сюда будет очень просто попасть, потому что на первом левеле здесь на Advance дают велосипеды. Вы можете бесплатно взять велосипеды, до сюда доехать, у вас где-то потратит, ну, где-то минуты 3-4 вы до сюда доехать, да? И, кстати, на первом левеле даю 200 баксов как раз на вход. Да, на вход. Ну, либо вы можете доехать на велосипеде, заработать на шахте где-нибудь, да, и уже зайти нормально. На вход 200 баксов, ребят, вы уже простите, что мы такие зажравшиеся, просто деревня, это, ну, Паламино Крик вот это, да, она, ну, городок, да, она не очень популярная, поэтому приходится ставить бабки за вход. Нам надо как-то оплачивать, нам реально надо как-то окупать. Да, поэтому, ребята, если вы зайдете, то будет...
Хотя, возможно, мы даже на завтрашний день сделаем какую-нибудь скидку, типа 100 рублей на вход, чтобы это... Даже чтобы... в рублях, ребят, цену сделаем, не в долларах. Да-да-да, то есть вообще будет дешево для вас. Все 3 доллара. Оплата в Эмане или Киви. Это типа шутка, ребят, не верьте Косте. Да, я знаю. А если верите винилу, то ссылка на ВП. А, нет, кстати, я не знал, что... Вот винил, а. Я, кстати, слышишь, не знал, что здесь такое этот... Ну, в городе можно так руфить, короче, здесь. Прикольно. Можно, здесь вообще эпично руфим. Да, кстати, классный город. Может, побегаем здесь, устроим руфинг бомжей, короче, будет по 50 человек прыгать с крыши на крышу. Прикольная тема, кстати. О, смотрите, куда залез. Я roofer in the world. Чё, куда залез? Так, где ты? А, вон, я, вон, смотрите, на самом верху. Чай на провода такой. А, неудачный руфер. Тебя бы сейчас током ударило, и ты бы превратился в сосиску жареную. Кто это залез, так. Погоди. Да вот здесь он, посмотри, Костя. А, нет, не здесь. Так вы спуститесь, меня и так ударило током, я вам серьезно говорю. А там какой-то чувак на мочке проехал только что. Видимо, в наш бар поехал сейчас отмечать. Да, о, дайте, дай его в бар заманит. Чувак, слышь. Так, а где он? А скажи ему, чувак, хочешь бак покажу, да? А, нет. Он уезжает, он уезжает. Черт, надо его остановить. Ребята, меня током ударило, я тут лежу, трясусь, помогите мне, пожалуйста. Так, мне, ну-ка. Мне плохо. Подожди, не, стой. Не добивай меня, ты видишь, я бедный, больной. А ты уж добьешь его, Миша, ты что делаешь? Алло, вы чё? Иди в бар, иди в бар, похавай еды. Винил, ну покушай. Там его сюда зайди. А, нет. Да, там шавуха продается. Не стоит. Давайте сейчас покушаем, будем. Реально. Куда-то Костя убежал. Тут какой-то бизнес еще один. Да, шаверн патруль хочешь сделать? Я уже сделал. Да. Еще бизнес продается. Хавана зовем на следующую серию. Ты да. Главное не разбейся. Я в текстуру провалился, а все нормально. У тебя здоровья-то мало. Вы походу про эту, да, текстуру говорили? Да. Со стеклом, да, которая? Да. Вот. Ну это, кстати, наш бар тоже, часть, а нет, не часть. Нет, это уже не часть нашего бара, к сожалению. Это часть нашей кафешки, я так понимаю. Да. В некотором баре я знаю баг, как пройти в тайную комнату, короче. Так что вот, ребята, не будем, наверное, затягивать, там все-таки хотели как анонс больше эту серию сделать, да, то есть ничего такого здесь больше экшонистого не будет, да, но вот в следующей серии, которая выйдет уже скоро, мы, наверное, не будем затягивать выходы серии Сампа, да, то есть, скорее всего, следующая серия уже выйдет на выходных. Что думаешь, Миш, нормально? Потому что снимем мы ее с ними. Да, думаю, сможем. Потому что мы в четверг уже, получается, ребят, заснимем вот эту серию с подписчиками, да, и на выходных выйдет уже эта серия. Может, даже в пятницу или в субботу уже будет эта серия, которую мы заснимем в четверг. Ну, вы сами понимаете, нам нужно еще замонтировать ее, залить, картинку сделать, все дела. Так что, ребят, ждите. Вот, ну а это мы с вами прощаемся, да, ребятки? Да. Вот, приглашаем вас поиграть на РП. Да, на Advance RP Blue, ребята. Кстати, да, наши ники, если вы зайдете чисто на сходку, все равно пишите наши ники, мы за это ничего не получим, потому что вам нужно до 5-го левела докачаться, чтобы мы получили бабки. Ну, на счет там 50 тысяч. Ну, немножко позже вы потом прокачайтесь, если вы первый раз будете играть. Да, и если тогда... вам понравится с нами играть на серваке, тогда прокачивайтесь, и мы получим бабки, да. Да, по 50 тысяч. И сможем купить себе, знаете что, целый завод по производству шавермы. Так вот, если завтра придет хотя бы 50 человек, вот, это дофига, конечно, ну, у нас в прошлый раз тоже было столько народу, да, то есть даже больше. Но в прошлый раз это был выходной день, поэтому, скорее всего, завтра будет меньше народу. Тогда мы 100% купим клуб, и до Нового года устроим еще одну сходку, наверное, только в нашем уже клубе большом. Что думаете, ребят? Да, прям большую сходку. Прям реально огромный клуб сделаем с блэкджеком и шлюпками. Шлюпки будем хорошо. Плавать потом на шлюпках. Да, они будут на нас плавать. Так что, ребята, ссылки на сервер в описании, естественно, там же IP, Advance RP Blue. Да, заходите, регайте, списывайте наши ники, там, неважно, чей вы пишете, мой, ТРСР, там, или винила. Лучше, конечно, мой. Ну, лучше мой самый запоминающийся. Вот, ну, на этом все. С вами был Демастер ТРСР и винил, мы играем на Advance Blue, всем удачи, всем пока-пока. Да, ребята, всем пока. Всем пока, ребята.